всем шершавенькой. Да, давайте. Я его принял. 4 года я один раз в своем жизни катался. Я в 19 году последний раз на нем ездил. 15 год. 14. Не, я именно прям 20-21. О, все, легенда. Че, отойди. Так, давай. Все, погнали, я пойду в гармошку сам. Сейчас я рискал, мне приедет. Поехали. Похлопать надо. Недавно в Москву ездил, там такие поезда, я с Сан заснял. Отойди. И Волгу, Джан. Мой телефон! Оно работает! Гармошки самые красивые! Оооо! Она шикарная! Парни, ставьте одну ногу на гармошку, а ты прям... О! О! Что такое дерево? То самое из детства. Да-да-да, кстати. Ого, Ярик бежит! Все, погнали! Ого, Ярик бежит! Ой-ой-ой! О, наши слоняры! Аттракцион называется гармошка. Вот, все, наши слоняры. 19-го года я на гармошке. Это просто кайф. Ну-ка, давайте вот сюда все вместе, вот сюда. Просто это я гармошка передач. Хитрить, холодить спустя 10 лет. Я не верю, что я тоже. Я сейчас маме по видеозвонку позвоню, как она на это отреагирует. Она не знает, что ты поехал. Она знает. Что кто мне деньги дал, а? Так, звоню. Я пошел за ним чисто. Ну с остановками. Офигеть. Все, так давайте понимаем, что прикол. Если все равно никого не посадим. Он их будет выгонять. Дверь опять, все. А мы в 280-м в Челябинске. Дверь открыта.
Ну ладно. Туда, боже. Все, мне кажется, это последний рейс. Да, да, это 568 последний. Это просто машина времени. Чай, чай, знаешь, как зимой едешь в нем, весь окутанный в школу, сонный, но ты едешь на нем в тепле. Я со школы на нем ездил до Крауля. Я тоже. Я с этого, с Кировского ездил. До... Я на 85-м ездил. Я по 28-му на них постоянно ездил. Нет, это мамохи его. Так. Ну, вот тут смотри уже... меня, смотрите меня за сидушку. Вот тут реально надо сделать обзор на сидушку. Вот тут уже без всяких неудачных дублей. Вот это вот. Кайф, он вот смотри, вот это вот. Обзор от Артема и Влада. Это сейчас этот... Это вот эти типа жилья. Просто едем на Икарусе. В другой город. В другой город едем. Верхний Пушкин. Ну ладно. Другой город на экране. Давайте сфоткаю. Давай за сидуха это вообще. Я буду всю поездку записывать. И меня тоже. Да. Давай теперь буду только перейти. Качество ебал. Влад. Сколько? Сейчас дырка потом. Экранусы, они в шоке со мной. Флешбеки у них, слышишь? Флешбеки. Так мы в Челябинске ездили, там, короче, вообще, там просто нам бибикали люди, там открывали двери, там бабушка заходила, она такая, у нее еще инфаркт не случился. Это мы в 280-м ездили на Карусе в этом году. Я считаю, что бабушка помахала. Ой, это что-то, Омега. Сейчас чисто люди, которые по 40 лет такие. Они проплачут. Да. Согласен. Вон водитель тоже в шоке, но не падает. О, пылесос снова приехал. Это не пылесос. Это не пылесос, это такое, да. 40-51 вот это. Это еще пойди. Хотим на Первомайскую поехать. Я завтра монтировать весь день поеду. Послезавтра мы поедем на ДЖД. А я поеду в Тобольск с Олегом 677. Кататься на нем. 2 часа доехать. 3 часа даже. Ну, 15 минут и уже час придет. А, особо. А вот мы уже... Сам чуть какая-то выйдет. А вы все на метро поедете? Ну, смотри, смотри, смотри. Мы на метро с ним приехали. Я тоже на метро. Не, обратно как. Я помню, не. Даже не показывай. Ой, поворачивай. О, на они в шоке! А я его сегодня снимала. Хундай. Люди такие, что это за восстание машин? Восстание машин. А как-то великий ученый Никола. Это знаешь, какое видео записать рядом с кассой? Ты кто такой вообще? Это моя машина. Теперь это мое. Убил тачку. Захотел. Вот эта песня надо. Захотел красивых тел. В общем-то, надо заснять, говорил этот мем, это моя машина. Это моя машина. И эти номера должны стоять тут, здесь. Тут стоять, этот бортовой тут должен находиться. Это моя машина. А это сейчас R108, а не 568. Этот бортовой должен... Я все равно подпишу на видео 568. Этот бортовой должен быть в АП3. Он должен быть в эксплуатации. Это моя машина. И, кстати, с ним у нас стояли на Волгоградской, там P666. Да. Чуть не споткнулся. Саша, для тебя минимум выдержки бьем. Да, специально. Но мы с ним разговаривали, блядь. Слушай, ну как я посмотрел, ты что, по-честному. Вот никакой пикту меня. Ты, вот,
думали из всего. Цена билета 26 рублей. Цена билета 26 рублей. Нам сейчас получается 4 рублей. Автомобильный. Воинской славы. Да, авиационный, ну блин. Ну-ка, дойди. И парадный расчет так называется. Парадный расчет. Все техники. И распилили. Не знаю, залезть можно, да? Thank you.
Thank you.
Крадутся народ. Понравилось. Скажи, как бы по возрасту. Люди жаловались по стыдам. Блин, вот, может, это сделать.
О-о-о-о! Ой, дал газу вообще. Подожди, не поздно.
Опа, смотри. От 280. Сейчас будет, смотрите. Что сейчас будет. Часть от 280-го. А? Кожа от 280-го. Пришита. Ну. Ой, что будет? Ой, что сейчас будет? Ой-ой-ой. Давай сюда снимем. Эй, чуть-чуть. Блин. Большие породы надо снимать. Вообще так самое новое. Легенда считалась. Ой-ой-ой. Ой, смотри на гармошку. Серега растянулась. Фига. Я бы за это реально 10 тысяч заплатила. Ты все-таки пустили без записи? Нормально. Просто эти ржавые поручни, но они... Они, смотри, они даже никак не прогибаются. Никак так, в этих... но... А в нефазах они новые и уже прогибаются. Вот эти вот силы. Ну они только вот из наших все... Вот краски. Вот. Ничего не шатает. Эти икарусы столько поколений вообще перевозили. Это вообще ужас. Это сиденье. Вы не трякайте.
Ребята, выход! Давайте нас хватает еще! Я прошу вас освободить вагоны! Когда вы видите? А что, выходит? Да, давайте сфоткаем! Ой, вообще не идет! Кто-то как-то не пошел. Так, ладно. Мы остановились на конечной зеленой площади.